Всем привет, с вами канал Art Mania. Собрались мы с Димочкой гулять. И, соответственно, мне надо знать температуру. Вот, смотрите, я включаю свой телефон и говорю: окей, Google. Окей, Google. Ага, чем могу помочь? Какая температура в Самаре? Сейчас в Самаре 17 градусов. Вот и все. Все элементарно просто. Единственное, вот обычно... Вот я первый раз сегодня так делаю. А обычно вот, Дима, вот тут я смотрю. Вот здесь вот вообще написано. Всего 10 градусов. 10 градусов. И еще у меня бывает написано вот тут, сбоку. Ай, куда ты там? Вот. Видно, наверное. 16. Вот. Иногда тут правильно, иногда там. Но 10 градусов что-то уж слишком. Поэтому я... Подумала, блин, надо это. Собрались мы в магазин с Димочкой. Сейчас выйдем, я там все покажу. У нас денег впритык. Но нам надо все самое сегодня. Сегодня все самое необходимое купить. Дима. Какой Дима красивый. Какие у тебя ушки торчат. Где твои ушки? Где твои ушки? О, вот они какие ушки. Да. Скажи, Дима, всем привет. А, мы уже здоровались. Все мы купили. Все, нам денег хватило. Фикс прайс я зашла, докупила баночки для сыпучих. Ой, что-то коляска на меня едет. Ой, едет что-то. Ветер дует так. Баночки для сыпучих докупила, потому что я купила 3 пачки в прошлый раз. Мне не хватило. Я купила еще 4. Как раз 400 рублей получилось. Да, Дим? Дима, скажи привет! Привет! Помаши ручкой! Помаши ручкой, Дима! Помаши! Ой, привет! У нас тепло. Тут у нас дом реставрируют. Красят. С другой стороны подойдем, я покажу. Вот, и вот так у нас заполненная корзина. Там заполнены баклажаны, помидоры. Я буду делать лечо. Это будет отдельный ролик. Вот. И здесь вот штучка для стакана. На нее я повесила баночки для сыпучих. Все прям битком. Рюкзак пришлось одеть. Надо было все-таки взять небольшой рюкзак. Я взяла маленький почему-то. Да, Дим? Что там делают? Красивый будет дом. А, его утепляют. Его утепляют. Супер. Вот представляете, вот так вот мужик. Где тут он? А, вот он. Стоит перед вашим окном целый день. И что-то делает, делает. А у вас штор, например, нету. Как у меня, например, в комнате. Не переодеться, не одеться. Как-то... Или с утра вы еще спите голышом. А он уже там с утра начинает делать, и вам не встать ничего. Да, пойдем дальше с тобой гулять. Сейчас мы пройдемся и немножко погуляем. Сейчас Димочка немножечко походит и пойдем домой. И я расскажу, дома вернее покажу, что мы купили. Нам как раз денег хватило. Да? Притык. Хватило нам. Я люблю на самом деле такие моменты, когда денег нету, и ты ужимаешься впритык и начинаешь готовить какие-то вкусняшки, какие-то, чтобы ребенок оставался сытым. Вот. Сама там, ладно, что-нибудь там перекусишь, и как бы фиг с ним. А вот ребенок должен есть и первое, и второе, и разнообразную еду. Да, Дим? У Димы сегодня рисовая каша была, да? А на обед суп. А на ужин мама что-нибудь приготовит. Кстати, дрожжи надо было замочить. То у нас хлеб кончился. Так, ну вот он, этот дом. Уже большую часть сделали. С торца сделали. С этой стороны. Хотя нет, не большая часть. С этой стороны сделали. Вот, вот тут сделали. И вот здесь чуть-чуть. Низ. До низу сделали. Видимо, начали они еще, наверное, недавно. Интересно будет, через неделю придем, наверное, сюда посмотрим, сколько они сделали. Даже любопытно, в неделю интересно, сколько они. Наверное, они уже неделю, две, три, наверное, делают тут. Давно сюда гулять не ходили.
Все, где-то там, куда-то там мы ходили. А это вот сюда. Вот, видите, вот эта часть и вот эта часть сделана до самого низа. Вот она беленькая. И сейчас они вот делают этот вот. То есть первый этаж они уже сделали снизу, вот посередине. Второй этаж. Да, сегодня они второй этаж доделывают. Сегодня среда у нас. Следующую среду мы с вами придем, посмотрим, доделали они. Дойдут вот они вот до сюда, вот до этой серединки, до девятого этажа или нет. Проверим. Надо проверить всех. Где? На флешке. Тут надо четко одеваться. Где? Че, пошли домой? Ба, ты там все перец свой жуешь. Пойдем домой с тобой. Пойдем домой. Все что-то руки холодные такие. Домой пойдем? Пойдем домой с тобой. Дима, походил. Походил, спотыкается. Здесь уже так все по-осеннему. У нас осень, не знаю, когда там этот влог выйдет. Из-за того, что вы довольно плохо смотрите, они выходят с огромнейшими опозданиями. Птички. Птички, кстати, скоро будут собираться на юг. В ноябре, наверное, они улетают. Всегда я помню. На юг, да? Всегда я помню, с мамой гулять выходили, когда я птичек видела, мне мама говорит, вот они на юг улетают. И мы их как-то всегда провожали. Как-то вот у меня это в памяти осталось. Да? Где? Дима? Дима! Че ты там глазики трогаешь? Пришли мы домой. Дима уже пообедал супчиком. Я тоже вместе с ним. Вот, спать лег. И вот тут Дима решил прибраться. Эти игрушки были у меня вот здесь. Я еще сегодня подумала, с утра мне пришла идея. Думаю, может быть, что они постоянно у меня тут стоят, мешают мне. Думаю, надо их перенести туда. И как будто он прочел мои мысли. И смотрю, перетаскивает. Но у меня камеры не было, у меня была на кухне. Я не стала снимать. Все перетащил, сложил, да? Проснешься, будешь дальше убираться, да? Вот я сейчас подумала, надо под стол их, наверное, положить. Я их убирала, потому что он вечером и ночью не спал. Просовывал через эти вот прутики руку. Ну, то есть вот раскачивался, коляска начинала двигаться. Он доезжал на ней до ящика с игрушками. Протаскивал там руку свою через эти вот прутики. И начинал играть. Доставал все игрушки. И полночи, там где-то до утра он с ними сидел, играл. И в итоге там где-то он засыпал, потом с утра просыпался, опять заново все начиналось. И были грохоты, прям такие. Просыпаешься ночью от грохота, с утра от грохота. И я перестала уже вместе с ним спать. И поэтому я убирала, у меня все эти игрушки, они были здесь стояли. Вот, теперь он особо так не ездит на этой коляске. Ой, господи, коляске. Кроватке. И их теперь можно убрать, можно под стол убрать. Стол пока просто так стоит, там он за ним еще не сидит. Он больше теперь у нас как пеленальный столик. Вот, и сейчас я пойдем с вами, я покажу свои покупки. В какую сумму мы уложились, наверное. Я думаю, где-то рублей. В какую сумму? Слушай, наверное, большую. 400 рублей мы где-то оставили в фикс прайсе. 400, 500... 600, 700, 750 рублей, наверное, где-то мы уложились. Да? Сейчас посмотрим, сколько у меня там в кошельке. Вот так. Все. Ложись спать. Сколько время? Время уже третий час. Ай-яй-яй, сына. А ты в два у меня всегда ложишься. Полчаса мы целых с тобой пока... В два как раз мы пришли домой. Пока раздевались, пока покушали, пока то все. Все, спать, Димочка, ложится. Пока, пока, сына. Помаши маме ручкой. Молодец. Чем быстрее ты уснешь, тем быстрее ты проснешься. И будешь есть свою котлету. Вот так. Наши покупки. Так, здесь вышло на 200 рублей. Вот перчики, помидорки и баклажаны. Все это вместе на 200, там сколько-то, 190,
8 рублей, по-моему, как-то так, около 200 рублей. Тут, значит, фикс прайс у нас получается 400 рублей, чуть поменьше, по 99 рублей, 4 штуки таких. Вот они, лежат. Раз, два, три, четыре. И я взяла вермишелька по 25 рублей. По-моему, я ее уже брала, не помню. Вот, мы ее, наверное, будем готовить вместе с вами. На нее будет отдельный ролик. Ну, не знаю, по-моему, она вкусная. 400 грамм, даже не 500. Вот, и... А, еще пачка масла, кстати. Да, пачка масла, мы в Пятерочке были. У нас получается она... 109 рублей, 110 рублей. И поскольку сегодня среда, и в Пятерочке 10% скидка, когда ты идешь вместе с ребенком, ну, у нас пачка масла вышла в 99 рублей. Ну, почти что в 100. Вот. И мука у нас 70 рублей. Вот она, 2 килограмма муки. Такую, кстати, я еще не брала. Я брала такую муку ржаную, а вот пшеничную я не брала. Вот. Такие вот у нас сегодня... Покупки впритык, вышло у нас все вместе вот это вот на 800 рублей. Почти что там минус, может быть, 10-20 рублей там или рубль, не знаю. Как-то так. Вот, ну, в основном вот эта вот большая покупка 400 рублей аж. Потому что я покупала уже в фикс-прайсе 3 штуки такие, мне не хватило. Все специи, чтобы разложить по баночкам. Сейчас покажу. Вот они открываешь, очень красиво. Все вот так они лежат, вот они в ряд. Вот, у меня еще вот остался розмарин, еще кориандр, я еще его вот не перемалывала. У меня будет отдельная баночка кориандр горошками и отдельно перемолотый. Потому что на курочку я люблю именно горошками это, сыпать. Вот он. Я его подбиваю немножко потихоньку, как время есть. То есть вот он розмарин. Там что еще у меня здесь? А вот зира такая вот, я тоже хочу отдельно базилик, у меня вот базилик там сушится, то есть у меня тоже там будет отдельно с листочками и отдельно цветочки. Вот, потому что что-то я так попробовала, они тоже вкусные, их тоже можно посыпать сверху на курочку. То есть, чтобы все было по отдельности, и, соответственно, у меня будет вот так вот, ой, ложка упала, вот так вот будет все в ряд, вот этими баночками вот так вот стоять, и будет красиво. Вот я вот тут вот положила, здесь у меня черный перчик, горошины. Ну, понятное дело, конечно, большевато она для нее, но все равно. Хотя бы все очень удобно, все красиво. То есть достал, открыл, посыпал, положил. А не как было у меня много-много лет. Просто у меня было все хранилось в мешках. И это очень неудобно. Из мешка достаешь, кладешь. Вот особенно вот тут, допустим, вот специя укропчика, зернышки укропа. То есть мне так удобнее. Ложечкой залез туда. Взял сколько тебе надо, и все. Еще вот кунжут. Кунжут такой, кунжут молотый. Слава богу, у нас там привезли в фикс-прайсе, потому что последний раз я забирала, там оставалось, наверное, пачки 3, я не стала брать, думаю, пускай еще кому-нибудь достанется. Вот, а в этот раз вот, слава богу, там привезли. Я уж пришла, расстроилась, смотрю, нету, блин, думаю, зачем я сюда шла? Голову нагибаю вниз, опускаю, думаю, блин, как жалко. И глаза поднимаю, и они стоят, короче, там блоки эти. И отдавай скорее набирать. Вот он, базилик. Пахнет обалденно. И потом вот у меня вот здесь сахар вот стоит. Еще такую же за 77 купить. Кстати, они очень удобные. Она сюда вмещается. Хорошо плотно закрывается. То есть и открывается хорошо. До этого были другие, они тяжело открывались. Пока будешь открывать, там весь сахар рассыпешь нафиг. Вот, вот у меня здесь сахар, и такую же хочу еще для соли и соды купить. Вот, но это попозже немножко. Хотя там для соды есть, но посмотрим. А для соли как раз самое то, вот именно сложить здесь. Она будет хорошо здесь стоять. Вот так вот. Такие у меня обновочки. Наконец-то. Наконец-то хоть будет удобство. Вот. Ну и сверху, конечно, тут вот вполне нормально видно. Очень удобно. Вот, не знаю, надеюсь, что вот эти вот крышечки прослужат очень долго. На них, кстати, был отдельный обзор, и там я рассказала, показала, вернее, маленький-маленький секрет о них. Обязательно посмотрите, это интересно. Ну, секрет, ну да, в какой-то степени секрет. Вот. Так вот, здесь прям вообще он такой ароматный. Маленькие горошинки, их удобно очень сыпать.
посыпешь их на курочку, и потом прям обалденно. Это такая у меня деревянная, это, по-моему, кстати, даже береза. Мечтала сначала всегда о каменной, но она такая тяжеленная. Думаю, сначала попробовать такое, может, я вообще даже пользоваться еще не буду. Это вот 100 рублей стоило. По-моему, Космодемьянский я покупала. А там каменная стоит где-то 800 рублей. Ну, довольно для меня сложновато перемалываться. Вот эти вот тоже. Если баночки останутся, я туда, наверное, сложу семена разные. Орешки вот хорошо бы сложить. Но для орешков, конечно, они слишком маленькие. Обычно я покупаю орешки килограммом сразу. А тут будет мало слишком.